El trabajo en el espacio abierto es difícil, pero al mismo tiempo es más interesante para mí. Незаметно пришло время готовиться к возвращению для нас. Это специальный костюм позволяет тренировать сердечно-сосудистую систему перед возвращением. Пришло время расстыковки. Es el momento de la separación. Мы отработали тормозной импульс. Nosotros elaboramos un impulso de frenado. После чего корабль начинает плавно погружаться в атмосферу. Después de esto, la nave empieza a sumergirse suavemente dentro de la atmósfera. Перед входом в плотные слои корабль разделяется на три части. Antes de entrar en las capas densas de la atmósfera, la nave se separa en tres partes. Спускаемый аппарат вместе с экипажем тормозится об атмосферу. Y la parte que desciende frena contra la atmósfera. Так работает парашютная система. Así funciona el sistema de paracaídas.